город Санкт-Петербург. Второй судья Михаил Непомнящий, всероссийская категория, город Северск. Судьи на линии Алексей Хабибулин и Михаил Козлов, город Оренбург. Секретарь матча Елена Удовиченко, город Оренбург. Секретарь матча Николай Шатунов, всероссийская категория, город Москва. Стартовые составы команд. Команда «Нефтяник». Номер 5 – Андрей Ананьев. Номер 8 – Павел Мороз. Номер 9 – мастер спорта и международного класса Леонид Щедилов. Номер 11 – мастер спорта Иван Козицын. Номер 12 – Константин Осипов. Номер 13 – Максим Курин. Лидер команды номер 14 – мастер спорта международного класса Максим Максименко. Лидера номер 22 – Александр Моисеев. Главный тренер мастер спорта Владимир Викулов. Команда АСК. Номер 3 – мастер спорта Андрей Титич. Номер 5 – Антон Андреев. Номер 7 – Александр Петрюхин. Номер 10 – Виталий Пиццов. Номер 11 – Денис Петровс. Номер 16 – Александр Мельников. Лидера номер 2 – Артем Крайлов. Лидера номер 22 – мастер спорта Артем Зеленков. Главный тренер Юрий Филиппов. Старший тренер Андрей Драйшников. Добрый вечер, дорогие болельщики! Первая домашняя игра этого сезона. В добрый путь вместе с нашей командой. Будем поддерживать еще громче и ярче вместе с талисманом, которого зовут Нефтяж! Пошумим! Хорош!
одержим, одержим шумом, 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 пошумим! Если все вместе... Ваша поддержка необходима. Всех, абсолютно каждого, каждого...
Пошумим, пошумим, пошумим! Все вместе пошумели, потопали!
Тайм-аут. Айска. Дорогие друзья, давайте, давайте громче, громче поддерживать нашу команду. Наш город. Все вместе. Вперед, нефтяник. Вперед, нефтяник. Вперед, нефтяник. Все вместе пошумели, потопали. Максимально громко! Счет равный. Ребята не слышат вашей поддержки. Совершенно ее не слышно. Нефтяник лучший. А если все вместе... Отличный! Вот это гол!
Конечно же, все помнят про шум, который необходим, просто необходим сейчас. Thank you.
все вместе «Нефтяник»! Давайте еще раз поддержим нашу команду. Вперед, достижение первого места высшей лиги. Вперед, «Нефтяник»! Консилиум из тренера и главного судьи проводит совещание, вызывает сомнения. Для принятия решения приглашаем первого судья матча. Дорогие друзья, вперед, «Нефтяник»! Вперед, «Нефтяник»! Вперед, «Нефтяник»! И давайте ручки влево! Вправо! Продолжу. Влево! Вправо! Да. Влево! Виктор Никоненко, блокирующий уроженец Смоленска, профессиональная карьера, волейбольный клуб «Динамо», волейбольный клуб «Грозный», «Дюбра Самотвор», «Грозный», «Нижний Новгород», «Ярославич». Результат мастера спорта по пляжному волейболу, кроме того еще. Денис Петров, уроженец Латвии. Профессиональная карьера 16-го года «Динамо». Ленобласть, Нижний Новгород, «Строитель», «Минск». 2012 год, 2014 сезон, играл во Франции. С 11-12 «Строитель». Сезон 2020-го. В Нижнем Новгороде. Достаточно много команд с ним за профессиональную карьеру. Атака «Нефтяник» в первом тайме завершается нокаутом. 22-21. Ошибка в приеме Ивана Тичича. Так, ошибка в передаче ВСК приводит к дополнительной очку «Нефтяник». 23-21. Справляется с одиночным блоком нападающего СК. Вот, двойной блок-аут. Максимально громко, максимально сильно шумит. Не хватает, конечно, поддержки трибун. Давайте еще раз все вместе. Вперед, «Нефтяник»! Несмотря на все призывы
ведущего. Еще раз повторюсь, ввиду санитарных мероприятий количество крайне ограничено присутствующих на трибунах. Пошумели! Успешно 24-22 в пользу команды «Нефтяник». Аут. Нет, касание блока. Давайте, друзья, пошумим. Максимально громко, максимально сильно. 23-24. Замена в команде АСК. Вместо Петровса выходит Шевляков Дмитрий, номер 4, центральный блокирующий. Оу! 25-23 завершил первую партию. Он команды «Нефтяник». Как сказал в интервью бизнес-онлайн генеральный директор «Локомотива» Роман Станиславов, если ориентироваться на сухие цифры, то отказ от третьих команд объяснимо. Это расходы, которые в ближайшем перспективе не окупятся. Подготовка игроков – это сложная и кропотливая работа. Но в будущем она может принести массу положительных моментов. Если клуб подготовил для себя игрока хорошего уровня, значит, не нужно переплачивать другим. Кроме того, со своим воспитанником всегда легче договориться, потому что он уже привязан к городу, как правило, заинтересован остаться. Подготовка игрока, тем более для национальной сборной, это имиджевый момент рекламы клуба. А с недавних пор воспитанники еще приносят и доход. Ну, я совсем согласен с Романом Станиславовым. Вспоминая собственные выступления после проигрыша команды, мы, бывало, подолгу сидели в раздевалке и боялись выходить, потому что весь город нас знал, и можно было получить массу нелестных отзывов в свой адрес. Ну, нынешний спорт – это профессиональный спорт, это работа. Поэтому ни в коей мере не осуждаю переходы игроков, игры в других командах. Другое дело, как играть. Все вместе. Помним все, что нужно делать. Максимально шуметь. Отлично, позиция. Громче, друзья. 2-1 «Нефтяник» Оренбург. Несмотря на вторую партию, складывается ощущение, что команды еще не вошли на пик своей игры, а идет все равно как бы пристрелка. Допускается много ошибок. С обеих сторон. Не было пока каких-то интересных игровых моментов ни в атаке, ни в защите. Ошибается Фитцов, 3-2. Именно вы заработали это очко! Польза «Нефтяника». Может быть, складывается
то, что значительно игроков и той, и другой команды находились длительное время на больничном. Более 2 месяцев отсутствовала игровая практика. Мороз приносит очки. Подача Козицын Иван. Не справляется с ворота Виталий Сивцов. 5-2 в пользу Оренбурга. К вопросу, хотелось бы вернуться к вопросу о профессионализме в спорте и в волейболе в частности. Давно прошли те времена, когда установки на игру давал тренер устно, чаще всего устно, и максимум что-то там чертил, показывал в записной книжечке. Нынешняя подготовка в настоящее время к игре, в тренировочном процессе проходит с участием и статистиков, и аналитиков, которые есть в командах и по нескольку статистиков. Но это зависит от финансовой состоятельности клуба. 20 октября отмечался день всемирной статистики. Данная должность в команде необходимо в силу современных тенденций волейбола, так как анализ соперника перед предстоящей игрой очень важен. Современная статистика — это не только цифры, а цифры, которые синхронизированы с видео. Направление подачи, атаки, прием того или иного типа, процент загрузки зон связующим — все это выявляет статистика, которая позволяет разобрать игру каждого волейболиста в команде. Отлично! Сами статистики игровой команды признаются, что способны предоставить игрокам столько информации по будущему сопернику, их может взорваться в мозг. Поэтому волейболистам дается только выжимка. Самое главное. Нюансы подсказываются уже по ходу игры. Игроки смотрят видеонарезки, которые главный тренер считает ключевыми. Кроме того, получают раздаточный материал, который должны изучить до матча. Так называемые установки, выраженные в графическо-цифровом виде. Справляется в атаке нападающий. А СК 9-5 не тянет. Вперед! Не тянет! Отцом волейбольной статистики аналитики в России называют нынешнего главного тренера женской сборной России Сержио Бузатто. В 2004 году он приехал обучать других, но в итоге остался и сам. Он проводил для начинающих статистиков специальные семинары, ввел стандартные оценки игровых действий. В настоящее время статистика — это важный инструмент тренера. Хотя встречаются специалисты старой формации, которые не сильно придают ей большого значения. Урин Максим завершает атаку нефтяника. Считается, что статистиками становятся бывшие игроки. Это не обязательно. Статистиками становятся люди, которые сами не играли в волейбол. Но человек, который прошел школу волейбола изнутри, понимает, знает все процессы, естественно, лучше понимает нюансы игры. Быстрее не успокоить.
статистика ведется не только в игровом процессе, но также и на тренировке, что позволяет тренеру правильно оценить состояние спортсмена, готовность его к предстоящему сезону, либо конкретно к каждой игре. Интересную подачу. Выдал игрок нефтяника Пурин. Ну, по крайней мере, не потерял. Видать, что-то не сложилось у него. Прекрасно выглядит. Всем плохо в задней линии. Возвращаясь к теме воспитанников собственного клуба. Финансовое состояние разных клубов разительно отличается. И содержание второй как команды, а то и третьей, могут позволить себе далеко не все регионы. Давайте похлопаем всем вместе! Россия. Кроме того, много зависит от детско-юношеских спортивных школ, имеющихся в том или ином регионе. Например, всем известная еще с советских времен школа подготовки молодых волейболистов. Тульская, Ярославская. Ну, Екатеринбург, это кузница. Вперед, не все они! Волейболистов. И мужского волейбола, и женского волейбола. Не забываем, что нужно время делать такое, для подачи соперника. Неохотно занимается вообще спортом. Да, дорогие друзья, да! Громче! Решает атаку. 14-9. Нефтяник, Варим! 5 очков разрыв. Справляется. Два блока на подаче Мороз. Успел блокирующий. Ошибка на блоке Константина Осипова. Поддержим нашу команду! Сумел. Пробить. Отлично! С площадки атаки. Громче, друзья! Еще громче! Замика. Вперед, нефтяник! Потихоньку, но нефтяник старается удерживать разрыв. Ошибка, переходящий мяч. Пурин Максим, сильно, красиво, но в аут. Такие мячи надо забивать. Вот незабитый мяч. Максимально громко. Позволяет сократить разрыв. Неудачная атака Мороза. О,
интересно сыграли. Разыграли. Вперед, нефтяник! Шестнадцать двенадцать. Силовая подача. Справляется блок с атакой Титича. Касание сетки Козицына. Простая ситуация, касание сетки. Может быть выигрышным. Да, но повторно нам видно, что хорошо локтем забил. Титич на подаче. Титичу. Игрок с большим опытом. Атака первым темпом завершается в пользу АСК между рук блокирующего нефтяника. Громко, шумно, максимально! Хорошая подача. Отлично! Громче, друзья, громче! Касание сетки игроком АСК 18-14. Простейшая ситуация, нефтяник не справляется, непонимание произошло между связующим. Громко, шумно, максимально! Несерьезные ошибки допускают игроки и с той, и с другой стороны. Разрыв сокращен, 3 очка. Отличный блок. АСК. Друзья, не слышно вас, не слышно. 16-18. Максимально шумно, максимально громко. Хорошая подача. Локаут. Еще одно очко отыгрывает АСК. Потихоньку догоняют. Сокращается разрыв. Перерыв берет Владимир Якулов, тренер нефтяника. Похлопаем все вместе! И все вместе вперед, нефтяник! Вместе, вместе, вместе! Ветский Дмитрий на подаче. Ой,
21-17. Ошибка, вторая передача, фиксирует первый судья. Прекрасно справились с блоком, но допустили ошибку в передаче. Подача в аут. Повтор запросил тренер АСК. Не согласен с решением бокового судьи. Дорогие друзья, давайте все вместе. Вперед, нефтяник! Вперед, нефтяник! Вперед, нефтяник! К сожалению, на повторе нашим не трудно, не видно, вернее, не, и трудно оценить, был ли мяч за площадкой. Поле фиксирует видеоповтор. Запрос удовлетворен. Команда СК. Счет становится 19-19. Пошумим, пошумим! Андрей Титич. Вперед, нефтяник! Двадцать девятнадцать. Отыгрывает. Максимально шумно, 20, максимально 20. Громко, давайте все вместе заработаем, друзья! Отлично! Все вместе! Резко скидка, прямой скидку команды Константин Осипов. Со второй передачи. Ошибается Андрей Тихич. 22-20. И вперед, нефтяник! АСК берет видеопросмотр. Не согласен с решением судьи. К сожалению, у нас отсутствие. Просмотреть вместе с судьей. Поэтому можем только сделать их решение. Еще раз все вместе. Нефтяник Оренбург! Нефтяник Оренбург! Нефтяник!
не удовлетворен. Громче, 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 дорогие друзья! Запрос команды АСК. Девятый номер Щепилов. 23-20. Ошибка на подаче. Как раньше мы сказали, беззубая подача. И не силовая, и не накат, и в сетку. Ошибаются на приеме. Доказывает, что был блок, но судья не зафиксировал блока. 24-21 в пользу нефтяника. Замена. Место Ананьева. Прошу прощения. Вместо Константина Осипова выходит Шеметихин Максим. Усиливает блок нефтяник Оренбурга. Без блока выводит следующий. Заступ фиксирует первый судья. 25-21. Вторую партию выигрывает нефтяник Оренбурга. Смотрим повтор. Да, заступ действительно был. Блок-аут завершает атаку. Помним, что мы должны делать максимально шуметь. 1-0. Не справляется с блоком. Громче шумим, громче, Мороз. Дорогие друзья. 2-0 в пользу АСК. Да, дорогие друзья, подача именно вы 16-го. Помогли нашей команде. Медикова Александра. 1-2. На подаче нефтяник. Хорошая подача. Да! Вперед! Удачно завершает атаку. Счет сравнивается 2-2. Не добрасывает до сетки. Скидка за 3 блока. Красиво и сильно забивает первый темп. Не справляется блок нефтяника с такой атакой. Мяч в аут.
Пошумим, пошумим, пошумим! Щедилов Леонид. И гол, дорогие друзья! Ветский Дмитрий подает вал. Все 3-4. Достают этот мяч нижегородцы. Ветский Дмитрий попадает в сетку. Хотел было спорить игру в защите нефтяника тренер АСК, но на повторе видно было, что мяч в защите был сыгран чисто от руки. Шумим, 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 дорогие друзья, максимально! Не справляется Мороз с двумя блокирующими, мяч от блока попадает в площадку. Пошумели, пошумели. Все вместе. И совсем еще, скорее всего, вошел Павел Мороз. Форму. После перерыва длительного. Обманным ударом. Простой скидочкой АСК выигрывает мяч. Пошумели, пошумели, все вместе! Чувствуется некоторая какая-то, на мой взгляд, несыгранность в обоих командах. Да, дорогие друзья, ну, да, ошибается. Спасибо вам! Временно вызов в атаках, в защите, в нападении. Очередная ошибка на подаче. Счет 8-5. Не слышно, не слышно вашей поддержки. Не слышно вашего шума. Мяч в площадке. Ошибка на приеме. Перерыв берет нефтяник Оренбург. При счете 5-9. Не слышно вас, не слышно. Давайте все вместе. Нефтяник Оренбург! То ли отсутствие болельщиков, то ли действительно перенесенные заболевания. Но игра, на мой взгляд, проходит несколько вяло. Без какого-либо преимущества чьей-либо стороны. С другой стороны, команда находится на практически на равных местах. 12-13 место. Пошумели. И игроками с титулами ни одна из команд похвалиться не может. Хотя и в той и другой команде достаточно опытные игроки, поигравшие в различных командах. И все вместе в высшей лиге, в суперлиге. Ну, не видно какого-то рисунка ни у одной команды. Еще раз повторюсь, очень много ошибок, своих ошибок. Максимально громко. Площадку отыгрывает атаку. Громче, 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 друзья! Вперед!
7-10. Не справляется блокирующий нефтяник с первым темпом АСК. Не было еще ни одного блока, ни с одной стороны первого темпа. Все атаки проходят в пустую площадку. Ответ нефтяника Оренбурга. Также центральный блокирующий не справляется со своим оппонентом с другой стороны. Почему-то немного играет первый темп, несмотря на то, что прием, в принципе, и с той, и с другой команды нормальный. Ошибка на либера, не достал мяч. Ну и пошумели, пошумели, постучали, покричали! Пытается завести болельщиков. Группа поддержки ведущие. Спортзала. Локаут. Громче, друзья, громче! Казицын Иван приносит очко Оренбургу. Одним блоком ошибается Иевский Дмитрий. Сильно, мощно, но мимо. Пробивает вал. Ну, с одним блоком надо забивать. Это аксиома волейбольная. Фиксирует касание. По мячом площадки в защите. Первый судья. Пошумели. 13-10. Ошибается. Ошибается Невский Дмитрий на подаче. Отыгрывает очко. Какая-то спорная ситуация. А, нет, замена. Замена в Оренбурге. Вместо либера возвращается игрок. Игра в защите. Не смогли организовать ответную атаку. Не справляется с блоком. Справляется с блоком Петеркин Александр. Павел Мороз приносит команде очко на блоке. Мяч в площадку. Пошумели. Виецкий Дмитрий отыгрывает. Очко и право подачи АСК. Громче, громче, друзья, пошумели громче. Пурин Максим не смог реализовать атаку нефтяника. 15-13 АСК ведет. Мороз с одним блоком обыгрывает Фитича. Два очка разрыв. Если нефтяник не сумеет догнать,
16-13. ОСК сможет довести до победы. 3 очка разрыв. Концовки партии это много. Не смогли. Простой мяч. Не смог либеро его достать. Не наблюдается активности игры в защите ни в одной команде. Ошибки в защите, ошибки в нападении. Как результат, потерянное очко. Разрыв. 2 очка сохраняется. 15-17 на подаче. Нефтяник Оренбург. Очередная ошибка на подаче. Пошумели максимально громко. Постучали максимально сильно. Да, интересная игровая ситуация, но АСК завершает атаку. Первый судья подзывает Андрея Титича за какое-то высказывание несогласия с решением судьи. Давайте отдельно поплатим Косицыну Ивану! 15. Сделано замечание за некорректное высказывание. Блок-аут отыгрывает Павел Мороз. 16-19, 3 очка разрыв. Нефтяника. Константин Осипов подает в аут. Пошумели максимально громко. 20-16. Концовка партии. 4 очка. Два блока. Тем не менее. Урин справляется в атаке. Несмотря на не совсем доведенную передачу. Очередная ошибка на подаче. 21-17. Пошумели, друзья, пошумели! По потерям. Но очень много, можем констатировать, очень много с обеих сторон теряется подача. Павел Мороз не справляется в атаке. Аут. 22-17. Польза АСК берет тайм-аут. Тренер Нефтяника. Давайте, друзья, все вместе. Вперед, Нефтяник!
Еще вперед, нефтяне! Вперед, нефтяне! Дмитрий Невецкий, 14 номер. АСК. По оценке Business Online вошел в десятку лучших бомбардиров чемпионата Европы 2019 года. Выступал за украинскую сборную. Украинская сборная впервые в истории дошла до четвертьфинала. В составе Воеводины Дмитрий Виецкий стал чемпионом Сербии, когда выступал за команду сербская Воеводина в сезоне 2018-2019 год. Виецкий заменил войска диагонального Джона Вента, который покинул команду в этом сезоне. 23-18. Нижегородцы доводят постепенно партию до конца. Второй перерыв перед командой Владимир Меркулов. 5 очков разрыв. Очень большой разрыв в концовке. Я думаю, при таком уровне игры нефтяник не догонит в этой партии АСК. Без принятия каких-то кардинальных мер исключения ошибок в атаке. Подачи. Пошумели, друзья! Петыркин. Александр на подаче. Шемитюхин Максим принес очко 19-е. Вперед, нефтяне! 19-23. Тут же отправляет на подачу мяч в аут. 24-19. Большой долей вероятности эту партию закончится в пользу АСК. Да, Виевский Дмитрий забивает. Ну, долго играли в защите. Перекидывая мяч с одной стороны на другую. Дорогие друзья, необходима именно ваша поддержка. Но игра проходит без какого-то ажиотажа, без напряжения. Вперед, нефтяне! С той стороны. Вяло текущий. Вперед, нефтяне! Ошибается Андрей на подаче. 1-0. Вперед, нефтяне! Вперед, очень много нефтяне! Ошибок допускают игроки на подаче. Причем, что подача не является такой уж силовой, на мой взгляд. Да, дорогие друзья, не справляется с атакой.
не поняли друг друга. Последний нападающий. 2-0. На повторе хорошо видно, что не дотянулся до мяча. Касание сетки на блоке. Козицына. 1-2. Пользу не в пять. Пошумели! Да, задел. На повторе видно, задел как пальцами при опускании. Много. Очередная ошибка на подаче АСК. Очень много ошибок игроков. Своих собственных. Не игровых, скажем так, как называют. То есть противник не забивает, блокирующий ошибается. Переходящий мяч. Практически вколачивает игрок нефтяника. Козицын Иван. Судья проверяет расстановку. Какие-то есть сомнения у него. В расстановке нефтяника. Секретарь проверяет расстановку. Нефтяник Арен 0! Нефтяник Арен 0! Показывают нам переходы. Нефтяник Арен 0! Какие-то сомнения у второго судьи в правильности расстановки нефтяника. Нет, все нормально. Просмотр показал, что нефтяник не нарушил расстановку. 4-1. Подача в аут. Очередная. Урина. Максимально громко! Шумно! Очень много ошибается с обеих сторон на подаче. Причем, что подача не является такой силовой. Пушечной, скажем так. Козицын Иван приносит очко. Прошу прощения. Чудилов Леонид. Без блока на чистой сетке ошибается нападающий. АСК. Тренер АСК не согласен с решением. Берет просмотр. Повторный просмотр ситуации. Вперед, нефтяник! Вперед, нефтяник! На повторе, по моему мнению, вроде бы как бы аут. Но более точно на замедленной съемке сейчас посмотрят. Консилиум судейский. Мяч в площадку.
Повтор запроса удовлетворен на СК. Счет 3-5. Ошибается в нападении. Шеметихин Максим. Мы шумели громче, друзья. 4-5. Громче шумим, громче топаем. Очередная ошибка на подаче АСК. В том, что количество мячей силовых забитых с подачи тоже мало, потерь очень много. Это потерь. Атаку первого темпа блокирует нефтяник. 7-4. Перерыв берет тренера АСК. На подаче Шеметихин. Не сильное нападение, но защита не справляется. Помним, помним про поддержку. Помним про шум. Два очка разрыв пока держится в пользу нефтяника. Простейшая ситуация. Пошумели, 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 дорогие друзья! Константин Осипов, непонятно его действия вообще. Не поднял ни руки, ни блок не ставил. В разрыв между рук блокирующего, в разведенные руки. И тут же сам ошибается. Мяч в аут на подаче. 7-8. Пошумели, 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 друзья! Не знаю даже, чем это объяснить. Такой огромный процент потери на подаче. Нестабильностью подачи. Одиночным блоком не справляется Андрей Титич. 9-7. Очередной потеря подачи со стороны нефтяника. Парашют, так называемый. Пошумели! Козица на ланс. Два блока между первым темпом, между ними каким-то образом.
прорвался. А нет, между рук. Между рук блокирующего. Сработал блок нефтяника на скидке. АСК возвратили мяч в площадку. 1-8. Вторую зону СК отыгрывает очко. Повтор нам не показал данный игровой момент. Максим Шамикитер на одну хорошо выкручивает в линию первый номер. Ребята, защитник. Хотя по всем канонам волейбола должен был там находиться в первой зоне. Нефтяник достает в защите. Несыгранность, непонимание. Не поняли друг друга. Связующий первый темп нефтяника. Пошумели, дорогие друзья. Что хотел связующий сделать, непонятно. Очередная ошибка на подаче АСК. Вперед, нефтяник! Ну, статистики команд потом проведут анализ потерь в игре. Вот планирующая подача на ровном месте. Да. Девятый номер. Пошумели, дорогие друзья! Сиделов Леонид. Отправляет мяч в аут. Знаю даже какими словами написать то, что происходит на площадке. Правда, ощущение, что игроки не понимают, что им делать в данной ситуации. Доводит переходящий мяч до логического завершения. Вперед, нефтяник! Не угадал Андрей Титич. Не стал разводить руки. Ну и тут же Максим отправляет подачу в аут. Больше шума, больше криков, дорогие друзья! Отправляется блок АСК с атакой нефтяника задней линии. Больше шума! 14-14. Закрывают атаку первым темпом нефтянику. 15-14 в пользу. АСК. Владимир Викулов берет перерыв. На ошибках нефтяник растерял все свое преимущество. На собственных ошибках причем. Непонятная передача Константина Осипова. Атака в аут Щедилова.
подачи в аут Максима Шеметихина. И атака. Блокирование атаки Шеметихиной. И счет уже 15-14 в пользу нижегородцев. Пошумим, пошумим, дорогие друзья, пошумим! Проигрывает нефтяник на своих ошибках. В разрыв блока. В разрыв блока. Забивает Леонид Шедилов. Счет сравнивается. Концовка партии. Непонятно, что хотел сделать. Ну, не забиваешь ты, забивает тебе, закон волейбола. Спокойный мяч, что пошумим, друзья, хотел пошумим. Кому дать передачу Максим Шеметихин, непонятно. Осипов ждал доводки. На ровном месте потеряли очко. Так называемой борьбе очко отыграл нефтяник. Хорошо сыграл в защите. Осипов достал практически с пола мяч. Скидку. Ну, ошибок с обеих сторон катастрофически много. Ни с одной стороны нет пушечных нападающих ударов, но защита играет слабо. Необходим сейчас, очень необходим ваш шум, друзья. Стучим, свистим, шумим. Титич на подаче. Справляется блок нефтяника, хотя передача была быстрая, практически с одним блоком выводил связующий. Но не смогли реализовать атаку. Вперед, нефтяник! Без блока выводит, одной рукой передачу обманывает блокирующего нефтяника. И без блока. Давайте, давайте, пошумели, пошумели, друзья! В атаку. Интересно. Интересная ситуация. На практически переходящем мяче со своей стороны. Нефтяник умудрился забить очко. Ну и тут же по традиции теряет его на подаче. Что сейчас необходимо делать, дорогие друзья? Отыгрывает очко нефтяник. Громче, друзья, громче! Вперед, нефтяник! Пробирается практически. Козицын Иван. В разрыв блока первый темп. Блокирующий не справляется. Ни с той, ни с другой стороны. Друг с другом. За четыре партии я насчитал один, максимум два блокирования первого темпа.
понятно, почему только не играет ни та, ни другая сторона, так как первый темп. Доводка, в принципе, приступит при таких подачах, которые подают обе команды. Практически накат. Да, никакой не силовой накат. Достал нефтяник в защите. ЯСК достал в защите. Интересная ситуация. Блокаут. Чидилов Леонид приносит команде нефтяник 21 очко. Если нефтяник не будет терять на подачах очков, то, может быть, сумеет дотянуть. Хорошая подача Шумитихина. В защите играют. Нет. Судовецкий Дмитрий задней линии сравнять счет атаки задней линии касанием блока защитника. 21-21, концовка четвертой партии. Громче, друзья, громче! Константин Осипов резкой скидкой со второй передачи приносит нефтянику очко. Очередная ошибка нефтяника на подаче. 22-22. Концовка игры. Подачу надо держать по-любому. Тем более то, что изобразил сейчас игрок нефтяника. Очередная попытка принести очко со скидки не удалась. 23-22. Вот здесь сыграл грамотно блок АСК. Все очки растерял нефтяник. Все очки растерял набранные. Концовка. Не знаю, сможет ли он вытянуть концовку. В таком количестве ошибок и в нападении, и в подаче. Вы давайте сейчас пошумим, максимально пошумим. Петров с на подаче. Блокаут. Громче, громче, громче! В исполнении. Валеева Ивана. Замена. Вместо Константина Осипа вышел на усиление блока Павел Мороз. 23-23. Могли достать в защите. Вперед, нефтяник! Хотя
добежали практически до стены спортивного зала. Обратная замена в команду «Нефтяник». «24-23». Справляется Урин Максим. Два блока. Сравнивает. От вас многое сейчас зависит. Двадцать пятый принесет блок. Не смог Лецкий забить до пола. Как говорится, Тяников возвращает мяч в площадку. Перерыв. АСК Нижний Новгород. 25-24. За кого мы болеем? И кто же сегодня победит? И все вместе вперед, и все они! «26-24. 11-й номер Кадицын Иван завершает игру.